Редакторы, ведущие радио «Лемма» в один голос говорят, что такого еще не было. Для Владивостока и в целом всего Дальнего Востока это впервые. Речь идет о новом вечернем развлекательном шоу под названием «Два в одном». У нас на самом деле первое развлекательное шоу на Дальнем Востоке, где двое ведущих мужчин. Это уникально. Угу. Да. Мы считаем себя первооткрывателями здесь, в этом плане. Какой-то нестандарт творится. Шоу будет выходить вместо программы «Все включено». Премьера 10 мая. Начиная с этого дня, ведущие Дмитрий Каплун и Алексей Алехин будут развлекать своих слушателей каждый будний вечер с 17 до 20 часов. При этом, как такового сценария программы у них нет и не будет. Все чистая импровизация. Будет какой-то конкретной привязки к одной сетке, к одной схеме, что вот все, каждый вечер это и это. Будет много разного наполнения, поэтому мы надеемся, будет интересно, будет весело. Отличие формата этого вечернего шоу в том, что практически постоянно с ведущими находятся разные приглашенные гости – актеры, ученые, писатели и многие другие. Еще одно отличие в многочисленных рубриках, среди которых, например, «Фортблок Владивосток», где обсуждается то, о чем жители Владивостока говорят в социальных сетях, что интересно горожанам и чем они живут. А также рубрика «Третий звонок», посвященная насущным вопросам, которые волнуют слушателей. И это еще не все. Как зовут вас? Владимир, как настроение? Вот видите, вот есть у людей хорошее настроение. Например, рубрика «Горящие языки» – это рубрика, где работают вместе с ведущими Дмитрием и Алексеем два стендапера. И они обсуждают всю какую-то определенную тему в стиле «за» и «против». И помимо этого на фоне у нас идет легкая музыка, живая. Сами ведущие признались, что готовиться к программе стали относительно недавно, всего месяц назад. За это время придумали рубрики и записали музыкальные заставки. Шоу «Два в одном» рассчитано как на мужчин, так и на женщин от 25 лет. Но если найдутся слушатели младше, ведущие только обрадуются. Ведь темы, которые они обсуждают, касаются всех. Ирина Мокрицова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.